Сегодня, 2 октября 2019 года, мы находимся в аэропорту, и у нас сейчас будет вылет. Познакомимся с командой. Максим, город Уссурийск. Дорогие мои зрители, граф, город Владивосток. Москва, Александр Карацуба, да? Да, Карацуба, Карацуба. Кадет Уссурийска. Ну что, ну да, это я. И снова кекс. Владивосток. Антон, Владивосток. Эдуард, ну я их знаю. Они из Владивостока, с Уссурийска. Вот с этим человеком я живу. Хороший человек. Что ты с ним живешь? Что скажет Марина? Марина скажет хорошо. Что ж хорошего? Что ж хорошего? Бри. Ну не с ним я живу, ладно, что? Просто хочу. Владимир, Козулька, это пригород Красноярска. Ну серьезно. Без шуток вообще. Красная площадь 9А. Я так понимаю, подожди, сними меня. Главное в кино первым сказать адрес магазина. Потому что если начнет говорить Антон адрес магазина первым, его потом не заткнешь, понимаешь? Вот я первым сказал. Реклама. Нет. Да. Первый рыболовный. Шипилов Евгений, город Спасск. Где вейдерсы покупал Евгений? У Антона в магазине. Город Владивосток. Первый раз. Где вейдерсы, брат? У Антона в магазине. Меня зовут Сергей Митягин. Вот я вывез своих друзей, вот именно друзей, которые мы долго не могли собраться, собрались благодаря стечению многих благоприятных обстоятельств. И вот это счастливые, они не пьяные, они просто счастливые. Они просто счастливые, что наконец-то... А он один несчастливый, поэтому... А где самый счастливый? Самый счастливый уже в вертолете. Отдыхает уже. Мы летим на речку горную. Надеемся, что нас река встретит достойно. Рыбалка будет хорошая, рыба будет сейчас спасена. А которую мы поймаем, и, конечно, ее отпустим. Серега в затылок кусает, говори быстрее. Ну, встретимся на реке! Да!